Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня тест нового героя на разных локациях. Одного из новых, второго пока не продают, пока не получите. Вот такая вот королева ос. Я прокачал ее с огненкой. Почему? Потому что герой имеет иммунитет к молчанке. В принципе, это неплохо. Плюс она себя еще дополнительно дефнет. Поставил я уже здесь победный и... Сейчас мы поставим сразу же вместо воодушки, так как мы будем тестировать в большинстве случаев на PvP-локациях, поставим ремочку. То есть такой вот вариант, победный, ремка плюс воодушка, ой, воодушка говорю, ОЗ-шка. Поехали, единственное, сейчас еще наролим и прокачаем 13 скин. Так, знаю, что там... 61 тысяча. Судьбу теперь легче будет качать, если у вас будут все герои. У меня такое чувство, что скоро до 15 скилла как раз. 13, 14, 15 это у нас будет сотая судьба. То есть до 100 тысяч как раз будет сотая. Но к этому все будет идти постепенно, постепенно. То есть каждую обнову добавляется герой. Заполнится планка, повысят следующий скилл, добавят. Скорее всего, будет так. Такс. Я надеюсь, у меня запашек хватит. Окей. 13-й скилл у нас есть. 550% атаки. 4 секунды. Минус 30%. Урона минус 100% лечения, увеличивает точность на 40%. В ближайшем дружбе этот баф нельзя отменить. Вот так вот. Плюс 70% двум героям дефа. Такс. В принципе, неплохо. Такой вот вариант. 13-13. Поехали. Еще я хочу наролить созвездие. Точность, ничего себе. Было бы две пятерки. Я буду ролить уклонение. Почему я ролю уклонение? Чтобы она подольше жила. То есть я ее соберу, конечно, так, как многие из вас ее не соберут. Ее бессмысленно, наверное, в части так собирать. Но чтобы она дольше пожила, вы хотя бы увидели, что она может. Конечно, лучше ей что-то другое ролить. Ну, бессмысленно ролить уклонение. Но посмотрим, а вдруг оно зайдет. Тест будет у нас такой, а вы уже посмотрите и определитесь после видоса, стоит ли оно того или нет. Такс. В принципе, она автопрокер, то есть она будет сразу же общаться с ремочным вариантом. Еще немножко, еще чуть-чуть. Смотрите, просто... Просто песня какая-то. Нифига себе, вот это, ребятушки, мега удача. Точность, то есть вы от нее хрен уклон, ну точности посмотрите сколько. Точность перекрывает все мои уклоны. Ну, это реально мега везение. Конечно, было бы неплохо, если бы нам еще там точность выпала и собрать ее просто на максимальный уклон, но вы сами понимаете, что это... Нереально, ну как нереально, надо дохрена донить. В общем, вот такой вот вариант. Поехали, посмотрим. Посмотрим на героя в действии, что он может. Я считаю, мы довольно-таки неплохо собрали героя. Давайте сейчас сделаем тест. Обратно же. Таким вариантом. Я хочу протестировать ее с водушкой. Начнем с волн. А потом пойдем по остальным локациям.
сказал с волны и пошел в рейд. Ну блин, посмотрите на дальность атаки. Конечно, бьет по прямой, то есть она будет здесь просто бить одну и ту же самую точку, но в принципе держится с уклоном, все-таки от нее может какой-то толк и будет, кто его знает. Хорошо. Ну, для рейда воодушка это было бессмысленно. Окей, поехали, поехали, поехали обратно же на волны. Давайте попробуем волну АА. Ну, то, что ближнего боя, блин, и вот это вот удар, это, конечно, печаль, видите? Она еле там паладина слила. Ну, для волн однозначно такое себе. Продержалась. Ну, дефа у нее, кстати, нормально. Пошли дальше. Ну, в принципе, это и так было понятно с предыдущего видоса, что она здесь особо тащить не будет. Пробуем другой вариант. Пробуем поставить ей. Если мы 9 СО и поехали. Потрешуем, посмотрим, что у нас получится в рейдах. Может, не все так плохо. Против нас 30-е прорывы. У нас прорыва нет, ребят. То есть учтите это. У нас 6 уклонов. Ну, плюс-минус, еще что-то там держится. Конечно, победный в таком в такой вариации тут не ахти на дефном варианте. Давайте попробуем. Есть у меня. Был четвертая вариация HR-ки, но я сильно выролю. Поехали, такой вариант. Тридцатые зефиры, рейка пробивают, как видите, очень легко, ну потому что нету прорыва 30. Ну, 30-й прорыв я сделаю на английском сервере. Такс. Ну, с таким вот, с таким дефом, то, конечно, можно сидеть. Хранитель подбежал. Она себя еще, ребят, она себя еще бафает на деф, и причем хорошо бафает на деф. Поэтому ее убить не так и легко. То есть мы сделали пчелку танка, королева танк, я не знаю, плюс 70% дефа дополнительно. А с таким дефом, конечно, она хороша будет. Но это, видите, против таких героев, у которых нету прорыва. Там, где есть прорыв Фрей, они ее пробивают. Только так. Но, блин, неплохо. Мне интересно будет против Огника посмотреть. Ну, она очень медленная. Посмотрите, как Огники пробивают. Как видите, парализовали. Все равно неплохо держится. Даже так, ну, как видите, герой не из тех, который будет там прям мега-мега нагибателем. То есть даже в прокачке такой она все равно сливается. Так, окей. Поехали, потестируем ее, попробуем. На аренку. Так как она у нас автопрокер и идет по прямой, и попробуем ее на арене.
Смотрим, что она может сделать на арене. Опа! И ударила непонятно куда. То есть, видите, ее автопрок на арене, вот бессмысленно вообще римку ставить. Он работает, срабатывает непонятно куда. Вот опять. Что это было? Что это за фигня? Печаль, печаль. Ну, конечно, ее в такой сборке не убьют. Как видите, миссов хватает. Но, опять же, давайте уберем. То есть, даже ремочный вариант, вот мне интересно насчет PvP локации, уберем это, поставим. Такое интересное поставить. Дефа у нее хватает, в принципе. Щит. Мысленно. Так, ну, заморозили. Она медленно бьет, то есть даже здесь она вообще печальная. Там у нас даже нету этих зеленых. А, нет, есть все-таки зеленые. Ну, как видите, хрень полная. Реально, бессмысленный герой на этой локации. Еще одно подтверждение того, что герой, ну, такой себе. Скорость атаки маленькая. Единственное, что она может дать баф команде. Вот это плюс. А, поехали на лабиринт. Ой, отлично, думал там Зефир уже. А, так, ну тут пока слабенькие пачки. Но опять же, посмотрите, она бьет по одной зоне. То есть герои, которые сзади, она... Анубис пристроился сзади. Ну, медленная, очень медленная. Посмотрите по ударам сейчас внимательно. Раз, Анубис два раза ударил. Так, поехали. Пачки. Я хочу найти какую-то пачку. Блин, тут. О, отлично. Парализовали, заблочили. И все, она один раз там вроде как бы ударила, и то непонятно. Давайте еще разок. Заморозка. Ну, как видите, даже на PvP локации, я думаю, она будет не ихти. У нее очень мало иммунитета. Иммун как молчанки. Надо от стана, от этого. То есть она не такая будет универсальная, как остальные герои. Так. Поехали на забытую. Ну, в забытой, видите, она бьет по прямой. То есть, здесь есть вариант, но опять же, посмотрите, застанили, заморозили. Но ее не могут убить из-за того, что у нас хорошее уклонение. То есть, вариант, чтобы герой вас жил хоть как-то,
Ну а дальше все, дальше бессмысленно. Ее не убьют, и она ничего не сделает. Почему не сделает? Только единственный осмотр может там будет мой бить. А у нее забирают энергию стрелок, ее станет, ее морозят. Короче, вот так вот. Первый удар единственное. Плюс добавит точности, ну и плюс понизит деф. Ну не знаю, не знаю, честно скажу, насчет того, стоит ли ее добавлять в команду. Единственное, что возможно против гоблина, который дает миссы. Это все, что я вижу пока на сегодня. А так герой реально бесполезный. Даже в такой сборке она все равно не то. Не айс. Реально не айс. Возможно, на мелких левелах она еще кое-как будет тащить. Но в топах очень сомневаюсь. Ну, то же самое, стан. Конечно, тут у меня уклона много, вряд ли он будет попадать. Ну, видите, герой в большинстве случаев просто ничего сделать не может. Мега урона тоже у героя нет. Был бы мега урон от этой ее ульты по прямой. Ну а так 550%, ну, честно говоря, такой. То есть я больше вижу этого героя как чисто где-то для фарма в дальнейшем, но не более того. Бессмысленно. Сливает бои только так. Тут. Ну, такое, короче. Не сильно я доволен этим героем. Ну, здесь он нам достался вообще на халяву практически. Сделали вроде и топовую прокачку, но, как видите, там что-то такого сверхъестественного просто нет. С Хроном справиться не могу. Ну, Хрон, понятно, не убьет. Здесь уклонение у нас много. Плюс отхилы, плюс топовый даф. В общем, вот так вот. Чтобы сказать, что это мега имба, я не могу. Герой даже в такой супер прокачке, ну, просто ни о чем. Скорость атаки маленькая, ближнего боя, летающий, хоть и автопрокер, набор энергии из-за ударов. Ну, она медленно набирает энергию. Поэтому что-то прям такое конкретное, чтобы было в этом герое, я честно говоря. Мега-мега имбовая. То есть это чисто так, для прокачки силы. Не более того. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.